15 декабря 1944 года, Англия. Военный аэродром в окрестностях Лондона. «А вы уверены, что эта штука летает?» — сказал высокий, очень худой майор ВВС США, подозрительно рассматривая маленький самолет с гордым названием «Норсэвен». Для верности он даже протер очки. «Не нравится? Можете оставаться. Это у меня приказ». Полковник Норман Бейзел с досадой махнул рукой. «Да ладно вам! Бросьте паниковать, Миллер! Вы что, собираетесь жить вечно?» «Хорошего всем дня, кто нас слушает. Напомню, сегодня выходной. И для поднятия настроения в преддверии рабочей недели в нашем эфире бессмертная классика джаза. Глен Миллер и его оркестр. Музыка из ваших любимых фильмов». Итак, наслаждайтесь. Так звучала золотая эра Голливуда. Что ж, придется прервать. Я должен поздороваться с вами, уважаемые зрители. Итак, здравствуйте. История героя моей сегодняшней легенды удивительно, познавательно и, я бы даже сказал, трагично. Глен Миллер, уважаемые дамы и господа, композитор, актер и создатель оркестра с уникальным фирменным звучанием. Начиная с 1939 года, под его дудку плясали миллионы людей по обе стороны Атлантики. И, кстати, продолжают плясать до сих пор. В ритме этой музыки билось и сердце мировой киноиндустрии, американской фабрики грез. Ведь без оркестра Глена Миллера невозможно само понятие «большой голливудский стиль». Не так ли? Популярность с неограниченным сроком годности. Миллер никогда не стремился к ней сознательно. Но даже фатальное решение лететь на концерт в освобожденный Париж в условиях плохой видимости было всего лишь очередным шагом все к той же цели. Были и другие шаги, а именно сумасшедший бег по размеченному белыми линиями газону. И в итоге ученика старших классов Глена Миллера признают лучшим крайним правым игроком в американский футбол штата Колорадо. С таким уровнем игры университетская стипендия парню была гарантирована. Неплохо было бы еще отучить его издеваться над тромбоном и соседями. Но вскоре он набрал целый джаз-бенд виртуозов по своему образу и подобию. Они с переменным успехом выступали на школьных вечеринках, свадьбах и даже местных праздниках. О мастерстве, как вы понимаете, даже речи не шло. Зато энергии было много. Вот родители Глена и попытались направить эту энергию в мирное русло, убедив сына поступить в университет. Миллер подчинился. Теперь бесконечные джазовые импровизации сотрясали уже кампус. Миллер взялся за местный студенческий оркестр как следует. Он доказывает друзьям важность грамотной аранжировки, необходимость ощущения ансамбля и единства музыкантов. Фантазия, понимаете, настроение, настроение чувства. Вот что я хочу сказать, вдохновенно вещал Миллер. В конце концов, ему стало тесно в готических интерьерах «Альма-Матер». В 24-м году Глен Миллер знакомится с джазменом Томом Уоткинсом, который приглашает его в свой оркестр в Лос-Анджелес. Миллер соглашается, не раздумывая. В Лос-Анджелесе, городе наивысшей концентрации знаменитостей, юноша завязывает дружбу с восходящей звездой джаза Бенни Гудманом. Как исполнитель, Миллер был на две головы ниже Гудмана. Впоследствии Бенни всегда поражался, как Миллеру удается руководить своим всемирно известным коллективом, при том, что сам он способностями не блещет.
Не секрет, впрочем, что лучшие руководители, как правило, получаются из средних исполнителей. В 1926 году Гленн Миллер и Бенни Гудман перебираются в Нью-Йорк по приглашению Бена Поллока. Платят им не так много, поэтому квартиру они снимают на двоих. Однако подобная мелочь никого не расстраивает. Главная музыка – весь этот джаз. От Бена Поллока Миллер ушел в оркестр Пола Эша. Потом оказался в команде Реда Николса. Это объяснялось, во-первых, текучкой кадров в джаз-бендах. Ну, а во-вторых, Гленн сам находился в творческом поиске. Он искал то особое звучание, которое могло бы вывести джаз с полулегального положения из гарлемских подвалов на престижные концертные площадки. Как ни крути, Миллер был белым и, следовательно, тянулся к респектабельности и академизму. Он видел, что подавляющее большинство джазовых оркестров – ярмарка тщеславия отдельно взятых музыкантов, и что за техничными соло порой совершенно теряется мелодия. Разумеется, свобода импровизации и высокое эмоциональное напряжение точнее всего характеризуют джаз как таковой, название которого переводится как «суета», «кутерьма» или что-то в этом роде. Но гармония, а она обязательно, подразумевает определенные каноны и, соответственно, как этого мы с вами не любим, рамки. Кстати, о рамках. 6 октября 1928 года тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер женился на мисс Хелен Бергер. Предложение своей избраннице Миллер сделал по телефону с номера «Пенсильвания 65000». Пройдет несколько лет, и одноименная композиция оккупирует хит-парады. Более того, через несколько лет будет снят фильм «Жены оркестрантов», во многом автобиографичный. Кадры из него вы как раз сейчас видите. Но не будем забегать вперед. После свадьбы Гленн нисколько не остепенился, поэтому новоиспеченная миссис Миллер испытала в полном объеме участь рядового оркестранта. Постоянные переезды, дешевые отели, душные клубы, где в невинных кофейных сервизах подавали контрафактные виски. Удовольствие на любителя, я вам скажу. Однажды Хелен рискнула поделиться с мужем своими наблюдениями. «Гленн, тебе нужен собственный оркестр», — сказала она. «Хочешь, я подарю его тебе, милый?» «Конечно, при условии, что ты прекратишь истязать свой тромбон». Умная, расчетливая Хелен. Распоряжаясь семейным бюджетом, она накопила достаточно средств, ну, видимо, экономя на завтраках, чтобы оформить и воплотить многолетнюю мечту Миллера. В противном случае он бы, наверное, продолжал витать в облаках до скончания времен. Первое воплощение мечты вышло заурядным и просуществовало недолго. Проект не только не окупился, но и потребовал дополнительных затрат. Спасая Миллера и компанию от судебного преследования, один из оркестрантов великодушно пожертвовал машиной. Ребята, я знаю, что вы так же гордились этим оркестром, как и я. Гордость объединяет оркестр лучше, чем деньги. Однако ж, мы не можем больше дать людям ту музыку, которую они хотят. И я предлагаю остановиться на высокой ноте. Первый джаз-бенд Гленна Миллера прогорел. Прежде всего, потому что был джаз-бендом типичным и очень предсказуемым. Особенный звук, вожделенный звук ускользал от Миллера, хотя держался где-то поблизости. Музыка, которую периодически сочинял Гленн, по сути, выражала его требования к оркестру. Протяжные, томные мелодии, шикарные, как ботинки из крокодиловой кожи. Ну а стандартные аранжировки безнадежно портили эти ботинки. Так, допустим, случилось и со знаменитой серенадой «Лунного света». At your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand.
Позже, значительно позже, Миллер решил реабилитировать эту ныне классическую вещь. Я не знаю, в чем секрет успеха. Наверное, в единомыслии. В общем, Глен был настолько подавлен, что друзья всерьез опасались за его жизнь. Глупости он, к счастью, не натворил. Серые будни приглашенного музыканта Глена Миллера продолжались. Как-то делая очередную оркестровку, он из любопытства транспонировал партию солирующей трубы на октаву выше, при том, что она звучала в унисон с тенор-саксофоном. Звучала довольно оригинально, но общей картины не меняла. Так что эту свою идею Миллер приберег на будущее. Март 1938 года. Второе рождение оркестра Глена Миллера. Поначалу и оно не предвещало ничего сверхъестественного. Музыканты гастролировали по просторам Соединенных Штатов, проверяя и оттачивая репертуар. Миллер, как обычно, экспериментировал с составом и со звучанием. Иногда эксперименты были даже вынужденными. Пиви, вставай! Пора! Пиви! Ах ты! Когда из строя выбыл ведущий солист, трубач Пиви Эрвин, он был немного не в форме. Глену в срочном порядке пришлось переписывать партитуру трубы уже в расчете на кларнет. Но он решил пойти дальше в своих экспериментах. Да, правки подверглись и партии саксофонов. Более того, Миллер решил использовать скрипку, которая дублировала саксофон, как пятый голос в саксофонной группе. Это было очень смело, друзья. Глен Миллер и не представлял тогда, что раскрыл тайну того необычного звучания, того звука, который столько лет, словно камертон, определял тональность его бытия. Хрустальный хор, так назовут этот звук специалисты, Миллер Саунд, то есть звук Миллера, скажут все остальные. Однако практическое применение новаторского голосоведения оставляло желать лучшего. Неопытность музыкантов Миллера была потрясающей. Что касается их морального облика, то он, как вы уже поняли, тоже был сногсшибательным. Глену все время попадались крепко пьющие трубачи. Один из них никогда не мог заснуть, пока не напивался до такого состояния, что потом скатывался с кровати и спал на полу. Другой в пьяном виде как-то раз разбил автомобиль Миллера. Между прочим, машина была не застрахована. В феврале 1939 года Глен Миллер предпринял поездку в Северную Каролину. Итоги турне его обескуражили. Я думаю, что мне следует отказаться от всего этого, а еще лучше, открою-ка я гараж. Леди и джентльмены, казино Глен Айленд с гордостью представляет вам открытие нового сезона. Мистер Глен Миллер и его оркестр. Дети джаза, ваш час настал. Главное, чтобы всем было весело, понимаете? Неожиданный ангажемент Глен Айленд вывел коллектив Миллера из тяжелого затяжного пике. Лето 1939 года стало в своем роде переломным. С этого момента оркестр начал бить все рекорды посещаемости, всюду, куда бы ни отправлялся. Сытый, лощеный свинг. Он разительно отличался от нервной, отчаянной музыки периода Великой депрессии. Глен Миллер прививал массам вкус к вальяжной роскоши и просветленной грусти. Thank you.
вот так, слушая записи Миллера и роняя скупые слезы на золотые роликсы, боссы киностудии 20 век Фокс во главе с Дэрилом Зануком приходят к единодушному выводу. Старину Глена пора прибрать к рукам. Ну-ка, быстро его в Голливуд и вместе с оркестром, естественно. Время ланча. Stanford time. Okay. Chattanooga choo-choo, run it down again. Let's go. One, two. Лирическая комедия «Серенада солнечной долины» была в основном построена вокруг Миллера и его музыки. Я не умаляю достоинства очаровательной чемпионки мира по фигурному катанию Сони Хэнни, игравшей главную героиню. Но, тем не менее, центральным аттракционом картины была не она. Глен Миллер, конечно. И от Глена никто не требовал демонстрации актерских данных. Он должен был оставаться самим собой. Немного стеснительным, слегка удивленным. В «Серенаде» Миллер не играл. Он символизировал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. В «Серенаде солнечной долины» прозвучали самые узнаваемые номера из репертуара Миллеровского оркестра. Допустим, потрясающая пьеса «В настроении» с четырехтактной перекличкой тенор-саксофонов, забавная «Поезд на Читанугу» и, наконец, роскошная «Серенада лунного света». Было бы некорректно считать эти композиции просто саундтреком к фильму. Это саундтрек к 40-м или, наверное, даже к 50-м годам прошлого века. Эстафету у «Серенады» принял фильм «Жены оркестрантов», вышедший на экраны в 42-м году. Миллеру и здесь не понадобилось ничего изобретать в плане актерской игры. Можно сказать, что «Жены оркестрантов» в какой-то степени были посвящением миссис Глен Миллер в девичестве Хелен Бергер. История прелестной провинциалки Кони Уорд, сочетающаяся браком с солистом джазового оркестра, на редкость правдоподобна. Особенно в той части, где живописуются стычки новобрачной с подругами по несчастью, объединившимися в настоящую касту. Для фильма «Жены оркестрантов» биг-бенд Миллера записывает в числе прочих песню «Серенада» в стиле блюз композитора Гарри Уоррена. Эта музыка не может быть вне сюжета. Она сама сюжет. Кстати, как вы успели заметить, Миллер не играет главных романтических ролей ни в «Серенаде», ни в «Женах оркестрантов». Как я уже сказал, он символ, он руководитель оркестра. Однако можно и попенять боссам кинокомпании 20 век Фокс, что даже и не попытались снять Миллера в главных ролях. А ведь у него наверняка бы получилось, это видно хотя бы вот по этому эпизоду. Да, не успели боссы Голливуда, когда была возможность. В 1953 году режиссер Энтони Манн на главную роль уже самого Глена Миллера пригласит Джеймса Стюарта в картину «История Глена Миллера». Правда, мама Глена скажет, что ее мальчик был гораздо красивее. Но это будет в 1953 году. А за 10 лет до этого... 27 сентября 1942 года гражданский оркестр Глена Миллера прекратил свое существование. Мистер Миллер уходил на войну, послав публике воздушный поцелуй со сцены театра в городке Пассен, штат Нью-Джерси. Но я же говорил, у него был боевой характер. Откровенно говоря, по возрасту Глен уже не подлежал мобилизации, но он сам настоял на этом.
Он был полон патриотического задора и говорил об этом публично. По его словам, он был отнюдь не склонен сидеть на месте и покупать военные облигации и только тем ограничиваться. В конце концов, Глен был приписан к техническим войскам ВВС. Но и здесь ему удалось организовать одну из величайших музыкальных групп всех времен. Начальство неоднократно вызывало Миллера на ковер. «Послушайте, ну почему вы не исполняете прекрасный старый марш? Пум-пру-бум-пум-пум-пум-пум. Вот мы их играли еще в Первую мировую, и как играли!» «Скажите мне, — не выдержал Миллер, — а у вас что, самолеты те же, что и в Первую мировую?» «Нет. Значит, и марши пусть будут современные. И на этом давайте закончим. Мне надо репетировать». Правда, в общем гуле аплодисментов порой раздавались и недовольные возгласы. Один из солдат в письме на радио жаловался. «Я все-таки хотел бы получить подлинно музыкальное удовольствие вместо того, чтобы слушать повторение игранных и переигранных аранжировок в одной и той же манере, которая характеризует все бенды Миллера с тех самых пор, как он впервые добился коммерческого успеха». На такую критику Глен реагировал с иронией. «Подлинно музыкальное удовольствие – это не ко мне. Я делаю деньги. Кстати, могу одолжить. Обращайтесь». No one can say I'm playing any favorites. Я играю любимых мелодий, хотя они у меня есть. 15 декабря 1944 года, Ла-Манш. Воздушное пространство Соединенного Королевства. «Домой, ребята! В таком тумане не полетишь! Сбрасываем груз в воду и назад на аэродром!» Виктор Грегори, пилот английского бомбардировщика класса «Ланкастер», не колебался. «Миссия не провалилась! Она откладывается из-за плохой погоды! Прием! Бомбы пошли, сэр!» «Шор! Внезапно кричит штурман. «Ребята, там внизу, по-моему, какой-то самолет!» «Жаль, если так!» — пожимает плечами Грегори. «Но в этой зоне полеты запрещены! Он сам нарвался!» Об исчезновении Глена Миллера Америка узнала в Рождество. И перезвон праздничных колокольчиков смешался с тихими всхлипываниями. В его смерть поверили не все, да и не сразу. Не было найдено тело музыканта, а не видел труп, не спеши хоронить. Версий выдвигалось множество, говорили даже про инопланетян с Альфа Центавра. Пока в 1985 году престарелые британские летчики не взяли на себя ответственность за гибель кумира американцев. Кто знает, впрочем, как оно было на самом деле. И надо ли? Разумнее констатировать факт. Пути из Лондона в освобожденный Париж Миллер так или иначе совершил последний шаг, преодолел последнюю ступеньку перед бесконечностью. Не правда ли обнадеживает? И кажется, что Глен просто держит паузу, готовую по его знаку вновь взорваться хрустальным хором звуков. Итак, будьте любезны, мистер Миллер,